В актовом зале Володарской школы прошли публичные слушания по вопросу объединения территорий поселений муниципалитета в городской округ. Первым взял слово глава района Валерий Венцель. Основное преимущество новой формы управления – единый бюджет. Бюджет поселения Володарска является дотационным. Что это значит? Это значит, что получает поселение определенный ряд ограничений, когда невозможно планировать свою деятельность на долгосрочный период. Консолидированный бюджет городского округа позволит участвовать в региональных программах развития и благоустройства территорий путем софинансирования. Еще одно преимущество – единый тариф на проезд в общественном транспорте. На примере 29-го. То есть сейчас, чтобы от Видного до поселка доехать, 88 рублей стоит. Соответственно, у нас стоимость с вами будет единая. Она будет составлять по карте стрелок 34 рубля, по наличной оплате она будет составлять 54 рубля. Встреча вызвала большой интерес у местных жителей, ведь они могли поучаствовать в обсуждении, а также узнать мнение районных властей по интересующим их темам. Объединение, консолидация власти позволит, наверное, при обращении, при возникновении у нас, как у жителей, тех или иных вопросов, наверное, сократить тот бюрократический путь решения наших проблемных каких-то возникающих вопросов. За счет сокращения чиновников и централизации власти произойдет экономия денежных средств, которые пойдут на социальные нужды. Один из наиболее важных вопросов, который волновал жителей, — сохранение так называемых сельских льгот. Ни одна из льгот не исчезнет. Все сохранится. Хочу сказать, ну, это больше организационный момент, когда мы говорим о названии, по большей части. Мы говорим о названии и о форме управления, не больше того. Жители сельского поселения Володарское положительно встретили инициативу главы об объединении. Результат слушаний был занесен в протокол и направлен в местный совет депутатов. Подобные публичные слушания пройдут во всех поселениях муниципалитета. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.